Сегодня в Мурманск прибывают 55 курсантов Морской академии МГТУ, прошедших практику на учебном парусном судне «Седов». Рейс длился более 2 месяцев. За это время бак преодолел более 5000 морских миль. Крупнейший в мире учебный парусник посетил порты Европы и Скандинавии, стал почетным гостем финала Балтийской регаты больших парусных судов. Не пропустил и популярный праздник на севере Германии – Кильская неделя. Седов присоединился к флотилии боевых кораблей главной военно-морской базы Германии на морском фестивале «Уикенд на реке Яде». Привлек к себе немало внимания на международной регате в живописных норвежских городах. Накануне барк с новой сменой курсантов на борту снова вышел в море.